Вооруженные силы Украины применяют против мирных жителей в Донбассе ракетные комплексы «Точка-У». Неопровержимые доказательства, полученные Российским следственным комитетом. В частности, установки использовались для обстрелов Луганска и нескольких соседних населенных пунктов. Как отметили в СКР, таким образом Киев грубо нарушает и международное право, и Минские соглашения. По имеющимся у следствия данным, против мирного населения Донбасса были применены ракеты, снаряженные осколочно-фугасными и кассетными зарядами. Оно предназначено для нанесения массовых потерь или разрушений, а также направлено на поражение неограниченного числа людей в зоне действия оружия. Использование подобного оружия свидетельствует о том, что киевская власть преследует цели тотального уничтожения населения и инфраструктуры юго-востока Украины.